Так вот это 83-кратная оптика. Пульса Сатурна вполне можно в ясную погоду. Nikon Coolpix P900. Сейчас уже 125-кратный вышел, этот 83-кратный. Ну с рук, конечно, ты видишь, оно дрожит страшно, да. Потому что... Чем ближе, тем не дрожит чувствительнее. Это ее так само и готовый телескоп у нас на Тенси, блядь. Да, да. Здоровый, надо устанавливать, чтобы не дрожало.